Всем привет, с вами Артур. Продолжаем проходить Devil May Cry в ускоренных темпах. Желаем продолжить. У нас шестая миссия «Тайный ингредиент». Начинаем. Я на самом деле знаю, что всего в игре, по-моему, 20 миссий, как и в четвертой части, поэтому... Одна четверть игры уже пройдена. Но чем дальше, тем же сложнее, так что... Может быть, все усложнится немножко. Хотя к каждому врагу есть свой подход. И к каждому боссу наверняка тоже. Хотя пока был только один, и он был просто... Надо было его резать практически, ничего более не делая. Неплохо. Now what? This tunnel will lead you to the succubus. How do I get down there? I can only get there from Limbo. I can't follow. What is that, an egg timer? It's a vial containing a spell I made from a variety of... I don't need to know. You jump, I twist. Are you serious? Trust me. I jump, you twist. Good luck. Неплохо. Определенно здорово. Ладно, у нас времечко, так что... Думаю, я, конечно, успею, наверное, всех порезать, но... Желать... А как там было? Да. Так, получше будет. Надо как-то ускоряться. О, спасибо. Я на самом деле опять управление. Ах ты чертовщинка. Да. Ладно. Ай, черт, да что ж меня так... Ладно, все, сейчас. Отлично. Тайлрит! У нас нет времени на Ну, конечно же, я не могу пропустить, потому что я на них немножко докачаюсь. Время кончается. Да. Один только или больше? Да, спасибо. Обожаю фриз. Спасибо, спасибо. 30 секунд и... Должно хватать. Пятнадцать. Кошмар какой. Ну, и... Чёрт. 3 секунды осталось. Здорово. Только-только хватило времени. Но я пару раз запоролся. Так что, ну ладно. Это, во всяком случае, было немножко напряженно. Мне кажется, я слышу эти души кричащие. Ну, может быть, мне просто кажется. Нет, мне не кажется. В
надо будет прокачать, наверное, мятежник уже, наверное, можно на третий уровень. Обычно, чем дальше, тем больше. Не два же уровня тут только. Так вот, как раз сейчас и проверим. Нет, все пока на втором уровне. Можно рулетку качнуть. Ну, и что мы будем качать здесь? Стрельбу второго уровня, наверное. Пока ставим так. Там у нас дверь. Ключей я не вижу на самом деле. Ну, мы как бы можем туда... А что внизу? Можем туда слетать, посмотреть. Я думаю, долетим. Слушай, какой-то странный звук. Ну, это закрыто же, да? Да. Оу. Какая милая штука. Ну, загрузка, отлично. Не дают познакомиться со странной штукой. Похожую на матку. Отходов всяких. Ну, прекрати уже. So you must be the secret ingredient. I'm your prime date, you ugly sack of shit. My name, by the way, is Dante. Dante, son of Spada and Eva, the whole... Yeah, but you can call me Dante the Demon Killer. Has a nice ring to it, don't you think? You want to kill me? You can't kill me. I'm 1,200 years old. You don't look a day over 12,000. Fuck you! Fuck you! Fuck you! Лол, это правда забавно. Чё, нас тут? Ладно, наверное, подерёмся. А, конечно, подерёмся. Nice sail! Let me cut them for you. Так, наверное, надо уворачиваться почаще, а то я... Ой, кошмар, блевотина. Лучше пока полетать. А, мне кажется, я понял. Уходим, так уходим, все понятно. Продолжаем бить по рукам. Да хватит, черт, сложно уворачиваться. Блин.
ну тут сложно будет победить, если это еще не заканчивается. Еще третья полоса здоровья, наверное. Пора валить. Оу. Рука. Ух. Рука. Ну вот этого я не знаю какого. Рука. Так. Оп. Утонула в своем дерьме. Но нет, в своем дерьме утонуть невозможно. Кошмар. Неплохо. I think you're all mixed up. Ну что ж, кулаки а-ля прототайп. Значит, скоро стоит ждать обучения. We talk about her. My succubus is dead. Oh. Sparta. The traitor, what of him? His spawn. The Nephilim. It fights. Новое оружие Эрикс. Такой удар. Все понятно. Так. Огромный урон по одиночной цели. При зажимании урон увеличивается. Окей. Что ж, миссия закончена. На этом закончим тогда эту часть. Всем спасибо за просмотр, опять же. И увидимся в следующей части. Ух ты, по времени СС, но тут повезло, потому что уровень на самом деле короткий. Ключ не нашли. Ну, я вообще даже не видел. Общая С, окей. Сколько улучшений? 2. Ну, неплохо. Ладно, что ж, всем спасибо еще раз и пока.